Мамы, правда нет? Правда, да? А папа есть? Да. Теперь она посвятила одни документы, да, мама. А это папа есть? Это папа не знает? Нет, папа это мой. Потому что он с большим животом, но к тому же он немного худший. Папа, ты станешь. А папа не живет, ну ты школу. Ходит там с большим своим животом. Вот у меня еще где-то была салатина. У меня тоже вот так вот. Ай, не делала. Ну, Каян тоже прыгнула. Потому что колготки, они вечно вот, ну не знаю, тяжело ходить, а и вот эти вот пачкаются в колготках, вот это вот пачкается все время. А лосины такие удобные, раз и две. Носки потом поменял. А я вот дочку хочу, у меня сыночек есть. Так получается. А что? У меня есть вот дочка маленькая, ну, обычная кукла такая, и гусеничная коляска. Вот я прихожу, вот качаю ее по дому, начинается от года. Не, где катать? Я решила освободи место. Ну, освободи место, дай покатать. Он все равно, он вот так вот встал. Когда я его пропущу. А если я повернула, ребенок упадет. Если с каяткой кувырком. Что у нас? Такое мусульсуха. Откуда он взялся? И что ли поменял? Еще он взял мою помаду. Вот зачем ему помаду? Он что, девчонка?